Говорят, не так сложно завоевать мужчину, как каждый день кормить его в плену. Мы, девушки, знаем, что когда мы выходим замуж, особенно когда у нас появляются дети, то готовка превращается в ежедневную такую повинность. Подумать, что приготовить, нарезать, помыть, купить продукты, разложить. В общем, настоящее кухонное рабство. Но можно и нужно по-другому. И я хочу вас пригласить на свой бесплатный вебинар «Как тратить на кухне не больше часа в день и при этом всех вкусно и полезно накормить», где я расскажу про систему из 9 шагов, благодаря которой вы можете очень сильно сократить время и силы, которые вы тратите сейчас на кухне. Вебинар бесплатный. Более того, я вам дарю подарки. Если вы придете, то сразу после регистрации вы получите вот такое меню на неделю, вместе с рецептами, вместе с пошаговыми фотографиями, списком покупок. Если вы его скачаете, тогда вы сможете сразу применить и посмотреть вот эти принципы, благодаря которым сократите время, которое тратите на кухне. И еще на вебинаре вы получите вот такой набор карточек с рецептами для планирования меню. Здесь есть сами рецепты, карточки, здесь есть технология приготовления. Приходите, узнайте, как экономить время и силы на кухне. Буду вас ждать. Меня зовут Дарья Черненко. До встречи!